Ефима Викторовна. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Ну, у кого-то день, у кого-то уже вечер. Очень рада встрече с вами. Надеюсь, что наша встреча пройдет плодотворно. Напомню, что в конце вебинара самого активного и внимательного слушателя ждет сюрприз. Набор для начинающего пасткроссера. И даже немножечко вот так покажу вот такой конвертик, в котором много-много всяких интересных, красивых, замечательных открыток, которые пригодятся, ну, я вот уже немножечко заглядываю вперед, которые пригодятся вам и вашим ученикам. Надеюсь, что вас эта тема увлечет. Итак, приступим. Речь у нас сегодня с вами пойдет о посткроссинге. Что же это такое? Ну, во-первых, мы рассмотрим сегодня с вами, как повысить мотивацию к изучению английского языка учащихся с помощью этого международного проекта «Посткроссинг». Выясним, что это такое, посмотрим, как развивать навыки письменной речи, готовиться к заданиям 35 ОГЭ и 37 ЕГЭ. Познакомимся с основными типами сообщений на посткроссерских открытках и обсудим приемы работы с путешествующей тетрадью «Travel Book». Ну и не только. Итак, коллеги, хочу, во-первых, уточнить, зарегистрированы вы на сайте postcrossing.com? Пожалуйста, поставьте в чате плюсики, если кто-то уже хорошо знаком с этим сайтом, официальным сайтом, если кто-то зарегистрирован, у кого уже есть опыт общения на сайте postcrossing. Плюсики поставьте, пожалуйста, если знакомы, ну и, соответственно, минусы, если нет. Потому что хочу решить, нужно подробное объяснение, что это такое, что из себя представляет сам сайт официальный, как проходит переписка, и обычная ли это переписка? Угу, Татьяна, нет, нет. Угу. Так. Угу. Нужно рассказать подробнее, я так понимаю. Хорошо. Спасибо большое за ответы, коллеги. Угу. Я вижу, что нужно подробнее рассказать, да, об этом сайте, об этом проекте. Ну что ж, давайте начнем. Мы с дочерью зарегистрировались на сайте postcrossing.com 11 мая 2019 года и уже отправили более 250, даже сейчас на данный момент уже более 260 открыток. А как вообще все это появилось? Да, есть чем поделиться сейчас, как появился этот сайт. В 2005 году молодой программист Пауло Магальянш, будучи еще студентом, создал сайт postcrossing.com, который автоматически на основе рандомного отбора выдает пользователю почтовый адрес человека из другой страны. Пользователь отправляет ему открытку и спустя некоторое время сам получает почтовую карточку. Но, внимание, уже от другого пользователя, от другого незнакомца. Как же это все работает? Сначала кратко вот всю схему покажу. Вот он, круговорот открыток в природе. В посткроссинге судьбу открытки решает программа выдачи адресов. Адреса выдаются случайным образом, однако некоторые ограничения в программу все-таки заложены. Во-первых, пользователь не получит адрес посткроссера, который ему уже выпадал. То есть повторно тому же самому человеку вы писать не будете. Не может быть выбран тот, кто уже получил открыток столько, сколько отправил. Да? И алгоритм программы уменьшает, насколько это возможно, повторение выпадающих стран и старается сделать так, чтобы адреса были как можно разнообразней, чтобы из разных стран были адреса. Понятное дело, что такие большие страны, как Россия, Соединенные Штаты Америки, да, там, естественно, будет чаще встречаться будут адреса из тех стран, где людей больше, где понятно. Но, тем не менее, вот программа старается сделать так, чтобы у нас были открытки, чтобы мы получали открытки и писали открытки в разные страны. Угадать отправитель не может, куда отправится следующая открытка, и получатель никогда не знает, откуда открытка ему придет. То есть такой сюрпризный момент всегда присутствует. Коллеги, я теперь продемонстрирую на примере, как это все работает. Вот представим, что я захожу на свой профиль. Я зарегистрирована, да? Он у меня заполненный, то есть информация в профиле о себе, о своих интересах, о дочке, о ее интересах, какие ей открытки нравятся, вообще какие книжки, ну и так далее. То есть написать можно многое, да, о себе, можно немного написать. Разные люди пишут по-разному о себе, но тем не менее это интересно всегда почитать и у других людей познакомиться с их интересами. Так вот, зашли мы на сайт.
Посмотрите, здесь вы видите стрелку голубенькую, такой вот слева, да, send a postcard. Нажимаем на, да, нажимаем сюда, send a postcard, мы хотим отправить открыточку, да. Дальше, что мы делаем следующим? Дальше мы нажимаем на, так, в чате вопрос вижу. Ага, очень интересно, я очень рада, Инна, что интересно. Итак, в чате увидела вопрос, ответила. Смотрите, дальше что мы делаем? Вот мы отметили send a postcard, дальше нажимаем на вот эту галочку, ставим галочку вот здесь, в этом квадратике. I've read the notes above and want to receive an address to where I'll send a postcard. То есть мы даем понять, что с правилами сайта ознакомлены. Далее, смотрите, там еще один у нас квадратик, да? Вот еще одну галочку нужно поставить. Здесь request address, да? То есть мы запрашиваем адрес. Поставили галочку, та-дам! И у нас, пожалуйста, адрес. Да, нам адрес выпадает. Изучаем. Ну, я здесь адрес, конечно, закрыла в целях не сообщения, да, так сказать, личной информации. Ну, так вот, выбираем какую-то подходящую открытку. Ну, а чтобы выбрать открытку, нужно прочитать информацию о человеке. Да? Вот, например, a little something about Peter. Выпала открытка в Германию. Вы видите, здесь вот красным записано room и номер. Да? То есть это Postcard ID, идентификационный номер нашей открытки, которую обязательно нужно написать на своей открытке, дабы получатель ее смог зарегистрировать, и вам бы уже отправилась другая открытка. Итак, изучили профиль, узнали, что интересует человека, выбрали подходящую открытку. В нашем случае это открытка из магазинчика Amelie Cards Маши Макеевой из серии «Моя Россия. Весна. Выпуск 3». Написали сообщение. Идентификационный номер обязательно, я его пишу даже, вы видите, в двух вариантах, да, в двух версиях, то есть в левом верхнем углу и чуть ниже. Советую так сами разработчики сайта, потому что вот печать какую-нибудь на почте поставят, да, и там может быть не очень четко видно сам этот номер, то есть чтобы обезопасить открытку, чтобы она наверняка дошла. Не забываем фото открытки загрузить на сайте. Для этого открываем вкладку «Your latest traveling postcards». Вот стрелочку снова я здесь ставлю. Мы открыли. Последняя колоночка, вы видите, да? Здесь вот еще одну стрелочку красненькую. Последняя колонка справа «Image». Мы нажимаем вот этот на зеленый глобус или что тут, кружочек, вот что-то такое, да? Выбираем файл. Загружаем upload, да, вот вначале выбрали из медиатеки или откуда-то. Затем загружаем upload, нажимаем, так. Нажимаем «Загрузить», да, и обращаю ваше внимание, коллеги, на то, что загружать нужно только саму картинку. Оборот с текстом на всеобщее обозрение выставлять не нужно, да, никто нас, от нас этого не требует. Если что-то пошло не так, то мы можем, посмотрите, «Replace image», заменить, да, заменить фотографию открытки, либо вообще ее удалить, «Delete», поскольку эта опция не обязательно загружать, никто от нас не требует, это наше личное желание. Хотим – загрузили, хотим – нет. Все, далее несем открытку на почту, бросаем в почтовый ящик, ждем. Когда отправленная вот мной открытка прибывает, получатель ее регистрирует, используя идентификационный номер Postcard ID, о котором мы говорили, вот здесь вы тоже его видите, да, здесь он уже голубеньким цветом на сайте высветился. И это, в свою очередь, напоминаю, дает право на то, чтобы получить открытку от другого участника проекта. И вот, когда и откуда придет открытка нам, да, это держится в секрете, об этом мы узнаем только, когда ее получим. И вот, когда этот день настает, в почтовом ящике нас ждет открытка, наша очередь уже регистрировать ее, используя почтовый идентификационный номер. Кстати, коллеги, иногда адрес не так-то легко написать. Например, выпал адрес в Китай или в другую какую-то восточную страну. Да, мы можем написать по-английски, там есть два варианта обычно, вот азиаты, они пишут несколько адресов, да, то есть, ну, свой на родном языке и на английском. Так, вопрос. То есть, да, конечно, реальную открытку отправляем, а скан загружаем на сайт. Абсолютно верно. То есть после того, как мы скан загрузили, обязательно ее нужно отправить. Иначе, ну, просто она будет на сайте висеть, ваша фотография, да, а не дойти, если она не дойдет до адресата, то ее никто не зарегистрирует, она потом просто уйдет в expired cards, и все. Обязательно отправлять нужно, да.
Иногда адрес, вот, как я говорю, нелегко написать, да, если это азиатский, например, в Китае или куда-то. Сами азиаты признаются, что открытка дойдет быстрее, если адрес будет написан на их родном языке. Что для этого нужно сделать? Мы, конечно, рискуем ошибиться, да, если не владеем искусством писать иероглифы. И для этого у нас есть опция print address или print addresses вот здесь у нас, да, вы видите. То есть мы открыли, нажали, выбираем нужный нам адрес или несколько адресов. Вот я нажимаю addresses to print, да, вот галочку поставили, тут вот у меня сколько открыток уже идет в пути. И вот выбрала, когда вышел нам адрес, да, выпал адрес в Германию. Поставили здесь галочку. Потом, что мы хотим распечатать? Только ли адрес или postcard ID? Вот, пожалуйста, у нас what to print. Postcard ID, то есть идентификационный номер, адрес. Profile details. Можно информацию о том, кому мы будем отправлять, да, чтобы сохранилось, например, если удобнее с листа. Profile about, о человеке, если удобнее так листать, да, то есть, вернее, смотреть. Ну и распечатываем. Вот, пожалуйста, ну, адрес я тоже убрала. Распечатываем, если нам нужна более подробная информация, это будет более подробная информация, заполненная, да, то есть с деталями, хобби, интересами человека. Вот таким образом, то есть это очень удобно. И приклеиваем, потом вырезаем, да, и приклеиваем на конвертик. Ну, конечно, идентификационный адрес, вернее, идентификационный номер, коллеги, нужно писать отдельно от адреса, чтобы работники почты не путали с индексом. Вот это важно, да, чтобы не спутали с индексом, писать ID, вот этот postcard ID, отдельно от адреса. Так, о чем же мы будем писать? Ну, как говорил Антон Павлович Чехов, строчи о чем хочешь, о черносливе, погоде, квасе, да, Великом океане, о чем угодно. Маша Макеева в своей книге, кстати, первой книге о посткроссинге, называется она «Посткроссинг. Книга тайных знаний», выделяет следующие типы сообщений на открытках. Рассказ о себе, комментарий к открытке, страница из дневника, открытка как историческое свидетельство, мысли вслух, интересы адресата, ответы на вопросы, местные новости, списки и перечисления, ну и так далее. Вы видите на слайде, да, шутка, вызов, портрет. Я более подробно остановлюсь на этих типах сообщений. Итак, первый и самый распространенный – это рассказ о себе. А откуда черпать идеи, да? О чем писать, где взять? Рассказ о себе – это самый популярный, пожалуй, самый простой способ быстро заполнить пространство открытки. И чрезвычайно интересная тема, конечно же. Именно рассказ о себе, по сути дела, составляют дети наши, когда пишут электронное письмо в задании 35 ОГЭ и в задании 37 ЕГЭ. Вот с ребятами, которые увлеклись посткроссингом, мы черпаем идеи о том, что написать на очередной открытке из сборников тестов, которые вы видите перед своими глазами на экране. 25 тестов нас ждут в пособии для подготовки к ОГЭ и 30 тестов нас ждут в пособии для подготовки к ЕГЭ. Замечательные сборники. Сейчас расскажу подробнее. Все темы соответствуют темам, имеющимся в кодификаторе. Они, собственно, часто и интересуют посткроссеров, да? Вот посмотрите, reading books, going out, going to the circus, time out, cycling, where to live, theater, holidays, studying abroad, natural disasters. Среди посткроссеров встречаются нередко волонтеры, активисты, защитники природы, пожалуйста, ecological problems и так далее. То есть free time, hobbies, food. Вот местная еда очень интересует часто, и открытки с едой, праздники, как Новый год мы празднуем. То есть это все, в общем-то, не зря этому детей учат в школе, да, потому что это действительно интересует. Что мне нравится в этих пособиях, так это наличие каждому варианту странички training, бланка ответов номер 2, образцов написания электронного письма, а также self-check странички к каждому тесту. То есть вот смотрите, training, да, у нас скелетик уже есть для написания письма, для написания нашего электронного письма. Ну, вы сами, коллеги, понимаете, что электронное письмо или обычное, и открытка, это, в принципе, ну, разница небольшая. Написать город, страну и дату, когда мы подписываем открытку, и все, да, единственное отличие, можно сказать. Мы с учениками проходимся по пунктам самопроверки. Вот они, пункты самопроверки, которые очень-очень нам пригождаются. Начинаем с подсчета слов, конечно же. Очень помогает это ребятам понять, будут проверять их работу или нет. Да? Посчитали количество слов. Обязательно выясняем, решена ли коммуникативная задача. РКЗ – это наше все. Проверяем, дан ли ответ.
на каждый из трех вопросов, насколько полный ответ. То есть мне очень нравятся вот эти пункты самопроверки. Ну, вы сами видите, да, дан полный ответ на вопрос о том, какие книги предпочитает читать автор письма и почему. То есть все три вопроса мы видим, которые были в письме-стимуле, они здесь у нас отображены вот в этой self-check страничке. Когда мы пишем письмо на ЕГЭ, нужно не только ответить на вопросы, но и самим составить свои три вопроса. Посткроссеры тоже могут интересоваться делами тех, кому пишут. Насколько так, и посткроссеры могут сами нам задавать вопросы, мы на них отвечаем, да, и предлагают, а что вам интересно, что бы вы хотели узнать. То есть на вопросах и ответах строятся наши диалоги, да, наша письменная речь. Сейчас уместно, коллеги, рассказать о прямых обменах. Самый простой вид неофициального обмена – это отправить друг другу желаемую, желанную открытку. Что это значит? Что значит неофициальный обмен, прямой обмен? То есть здесь у вас не будет никакого идентификационного номера, регистрации на сайте. Вы просто выбираете почтовую карточку заранее, приглядев ее в виртуальном альбоме, например, того человека, который заинтересован в прямых обменах. Пишите сообщение, обмениваетесь адресами. Вот смотрите, если в профиле посткроссера вы увидите вот такой значок, вы видите сейчас красненькая стрелочка, да, вот это «Interested in direct swaps». Вот. Если такой значок вы увидели, где участник проекта сообщает, что он заинтересован, да, в прямых обменах, это значит, что человек не против переписываться на постоянной основе, стать другом по переписке, вот pen pal, да, pen friend, то есть и здесь можно ему, вот вы видите чуть ниже, send message, отправить сообщение электронное, пока только электронное, и договориться. Можно ли написать, узнать адрес, поскольку если вам адрес этого человека не выпал, то просто так на сайте адреса выбирать нельзя, то есть это все программа выбирает нам. А здесь вы уже просто сами договариваетесь, а хотите ли вы со мной переписываться, а можно я вам напишу, отдайте мне, пожалуйста, ваш адрес, да, я вам напишу, какую бы вы открытку хотели получить. То есть вот это вот прямые обмены, если у нас человек сообщает, что он interested in direct swaps. Ну и если вам интересен его профиль, вы видите точки соприкосновения, you have a match in common, например, да. При прямых обменах переписка происходит, еще раз напомню, без официальных регистрационных номеров и сохранения открыток на стене в профиле. Кстати, о стене. Вот она, да? Здесь у нас сохраняются полученные, отправленные и полюбившиеся открытки. Вот favorites, например, да, вот favorites. Что значит? Любимые, да, понравившиеся. Они могут нам помочь определиться, какую открытку подобрать, если человек, например, в профиле не пишет о том, что ему нравится. Ну, допустим, кратко о себе сказала, а какие открытки там не сообщает, или говорит, какую хотите, такую посылайте. Но мы видим, что по понравившимся открыткам, да, примерно можем тематику уже понять, если он о своих предпочтениях нам не сообщает. Ну, иногда, конечно, случается так, что получатели просто лайкают, так сказать, открытки, которые им пришли, просто чтобы выразить признательность. Поэтому не всегда стоит прям вот следовать строго тому, что в понравившихся у пользователя. Большинство посткроссеров любят прямые обмены не столько за возможность получить конкретную открытку, сколько за то, чтобы познакомиться с новыми интересными людьми. И многие прямые обмены потом действительно перерастают в крепкую дружбу. Так у нас вот появился друг из США, Дэниел, которого в его местном отделении почты прозвали «Мистер Интернешнл». И, кстати, его бабушка и дедушка, оказывается, в 1900 году переехали в Соединенные Штаты Америки из Российской империи тогда еще. И вот еще мы познакомились с учительницей из Польши, Элис Баска, первая открытка от которой была на английском языке, а последующие на русском языке. Причем именно по просьбе Эллы. Она сама попросила, чтобы мы на русском языке ей с дочкой писали. Было очень приятно за родной язык. И вы знаете, коллеги, что понимаешь, когда общаешься на сайте, когда общаешься с людьми из других стран, что политика и обычные простые люди – это две большие разницы. Там, ну, то есть, понимаете, настолько душевное общение складывается. Вот, и есть и другие посткроссеры, конечно, с которыми мы поддерживаем дружеские отношения. Вот, и, кстати, обратите внимание, у Эллы написано здесь «not interested in direct swaps». И тем не менее, она сама предложила, то есть мы ей написали, и она в ответ послала нам конвертик с открытками, с письмом. Когда наша открытка или там, наше послание нравится получателю, он может написать
спасибку, так называемую, да, то есть thank you letter или thank you postcard, выразить свою признательность. Это тоже не обязательно, это вот если очень ушло, очень понравилось. И вот таким образом у нас завязалась дружба. То есть не обязательно, даже вы, если увидите not interested, может быть, что даже с этим человеком вам понравился профиль. Можно попробовать, попытать удачи, и вдруг человек будет с вами переписываться, да. Ну, здесь мы даже не ожидали такого. Элла очень хочет, чтобы у нее русский язык, который она изучала в школе, не забывался. Ну что, коллеги, на мой взгляд, учить детей писать письма или подписывать открытки можно и нужно, начиная с начальной школы. Согласны? Как вы считаете, когда лучше начинать учить? Вот мое мнение, что уже в начальной школе можно это делать. А вы как считаете, в каком возрасте, с какого класса? Напишите, пожалуйста. Когда вы вообще начинаете учить этому? Строго ли идете по программе, либо как-то раньше начинаете? Так, пока тишина, молчание в чате. Еще раз задам вопрос. Коллеги, когда вы начинаете обучать своих ребят написанию письма? Так, вот один ответ вижу. С четвертого класса, Алина. Угу, с четвертого. Кто-то раньше начинает? Так. Ну, я понимаю, весна на улице. Тепло, хочется прогуляться. Хорошо, то есть пока ответ Алина с четвертого класса. Угу, лучше начать с третьего класса, со второго. Угу, Лера пишет, что с третьего класса, со второго, Татьяна Вячеславовна Жукова. Коллеги, я думаю, да, согласна с вами, с начальной школы, а там второй, третий, это вы будете уже четвертый смотреть по своей группе, по своим ученикам. Да, во втором классе открытки, Наталья. Угу, так, ну что ж, действительно, в начальном классе можно уже спокойно начинать ребят учить. И вы знаете, на открытке на самом деле можно уместить около 70-80 слов. Я вот проверяла уже сама на своем собственном опыте, поэтому это не так уж мало. Даже на открытке можно вот столько написать. Да, до нужного объема, если говорить о ОГЭ, ЕГЭ, 100-120, 100-140 слов, да, совсем немножко не хватает. Можно либо две открытки подписать сразу, или открытку и письмо в последующем. Да, либо, ну, а на начальном этапе открытка – это то, что надо. Как раз второй, третий, четвертый класс, начальная школа, тем более и картинка есть, да, интереснее, чем просто на листочке бумаги писать. Вот уже в третьем классе, занимаясь по учебникам счастливый английский.ру, да, happyenglish.io, Клара Исаковна и Марианна Юрьевна Кауфман, мы с ребятами учимся писать свой адрес на английском языке, знакомимся с транслитерацией, что очень полезно. Вы понимаете, транслитерация нам нужна и чтобы написать имя и фамилию, и улицу, город, да. Дети с удовольствием этому учатся, им это интересно. И смотрите, как мы действуем. На сайте Посткроссинг, о котором я говорила, разумеется, больше взрослых. Но встречаются, как и в нашем с дочкой случае, посткроссеры с семьями. Мамы-дочки, мамы-сыночки, в основном мамы. Ну и папы тоже, кстати, бывает. Можно найти детские профили. Детские профили тоже встречаются, ребята хотят переписываться. Может быть, кто-то пример от мамы, папы взял, да? Кроме того, snail mail, на то и snail mail, что почтовые отправления, сами понимаете, идут долго. В лучшем случае 2 недели, в худшем до нескольких месяцев, а то и до полугода бывает. И если не получается организовать на официальном сайте посткроссинг переписку первоначально, совсем уж с малышами, да, то я беру книгу для чтения для второго класса, Read Up. В пятой части, в разделе School is Fun, находим ребят из разных стран. Вот вы страничке видите, да, My Friends. Это Алиса из Англии, Шрути из Индии, Терухиса из Японии и Майкл из Австралии. Я предложила своим второклашкам, то есть мы с ними немножечко раньше начали изучать английский, и мы по учебнику для третьего класса занимаемся уже во втором. Вот, поэтому это у меня второклашки на фото вы видите. Так вот, я им предложила написать этим ребятам, вот Шрути, Терухисе, Алисе. Они написали, ну, здесь мне вспомнились письма Деду Морозу, предложила ребятам постарше на время стать такими Санта-Клаусами, Дедом Морозами, точнее написать письма второклашкам от имени вот этих зарубежных ребят.
Предварительно каждый ученик 7 класса ознакомился с легендой о себе, вытянул карточку с именем и с основной информацией. Мотивация учеников начальной школы выросла в несколько раз, ну и ребята постарше тоже были рады превратиться в иностранцев. Вот старший у нас пишет младшим. И вы видите, открытки написаны, и вот здесь уже на второй фотографии внизу, видите, ребята получили, не свои уже пишут открытки за границу, а получили открытки от старшеклассников. Вы знаете, дети сейчас очень умные, они у меня такие догадливые, они, у них первая мысль была, это, наверное, Ирина Геннадьевна, вы нам написали. Это, наверное, вы написали нам открытки. Я это продумала уже, имела в виду, что могут такие быть подозрения, поэтому и не стала писать сама. И обратилась к помощи ребят постарше. Действительно, наших деток сейчас не проведешь. И когда они увидели, я говорю, а посмотрите, а почерк один и тот же? Я могу разным почерком? Ну, вдруг вы там левой рукой писали? Ну, посмотрите, левый, правый, два варианта. А тут их больше. Вот, ну, то есть, интересно было. Продолжим. Я думаю, что это не обман никакой, это просто немножечко мы побыли волшебниками, да? Станут старше, тоже, может быть, такими же волшебниками наши дети станут. Вернемся к типам сообщений на открытках. Комментарий к открытке. Это еще одна короткая дорожка к хорошему тексту на открытке. На почтовых карточках всегда что-то изображено. Можно прокомментировать это с позиции своего жизненного опыта. Например, вот нам американка Аманда прислала открытку с комиксом «Маленький Немо. Приключения в стране снов» и поведала о своей проблеме. Ей бывает трудно уснуть, а ночью мучают кошмары. А мы познакомились благодаря этой открытке с мультфильмом «Little Nemo». Открытка от Натали из Чили знакомит нас с необычным домом-музеем Пабло Неруды, лауреат Нобелевской премии в области литературы. Опять же, кругозор расширяем наших детей, правда? Далее, страница из дневника. Это прием не только для тех, кто ведет свой личный дневник или имел опыт его ведения. На открытке можно рассказать о том, что интересного принес день, что вы делали, видели, слышали. Можно брать открытки с собой и подписывать их с места событий. Ну, так сделал, например, Скотт Джулиус, приславший нам в ноябре 2019 года открытку из Американского музея науки и энергии. Вы видите его письмо с правой стороны, а вот что интересно, а сама открытка, чем она интересна? На одной, мы видим две печати, да, на одной печати мы видим дату приобретения открытки, а на другой специальную печать в честь солнечного затмения 2017 года, которое затронуло и вот данный парк. Я видел солнечное затмение в совокупности 2 минуты 38 секунд, делится своими впечатлениями Скотт Джулиус. Открытка как историческое свидетельство. Также может стать действительно историческим свидетельством. Коллекционерам открыток нередко историки обращаются, когда собирают по крупицам факты из жизни людей в определенном месте, в интересующий их период времени. И вы знаете, наши постпросерские открытки, я думаю, тоже станут когда-то историческими свидетельствами 21 века. Почему бы не рассказать поэтому поподробнее о сегодняшней жизни? Даже сейчас, вот, перечитывая некоторые открытки, коллеги, понимаю, что они уже в истории. Вот, скажем, открытка из Финляндии перед вами. Адрес старый, так что я его не стала скрывать. Написана она в конце марта 2020 года. Так вот, в этой открытке вы видите, это как раз период коронавируса. Это локдаун, это наше нахождение в четырех стенах. И вот люди финны, они очень любят сауну. Да, здесь жалуются о том, что вот в сауну не могут сходить, библиотеки закрыты, почитать не удается так часто и так много, как была возможность ранее. Вот. Но и, конечно же, вы знаете, в период пандемии все посткроссеры без исключения в первую очередь желали крепкого здоровья. И так это объединяло как-то так настолько это было приятно. И вот весь мир как будто объединился вот в период пандемии. Что еще? Какие еще типы сообщений? Это ответы на вопросы. Иногда попадаются профили с неожиданными вопросами. Вот возвращаясь к переписке с Эллой Сбаской, да, в ее профиле мы нашли как раз-таки очень много вопросов. Вот они перед вами. What were you like as a child? What did you like to eat? How did you spend your leisure time? Did you like doing sports? Were you a collector of something? То есть и все вопросы, поскольку Элла занимается воспитанием
молодого поколения, подрастающего поколения малышей, да, начальная школа, конечно, ее вопросы связаны с сферой, то есть объясняются сферой ее профессиональных интересов. И я достаточно подробно отвечала, и дочка, ну, у нее-то детство еще не закончилось, поэтому она поменьше писала, вот, достаточно подробное письмо написала, может быть, это ее тронуло, что мы стали переписываться, не знаю, но очень нехороший человек. Так, вижу вопрос в чате сейчас. Сейчас как отправить реальную открытку за границу? Вот как я показывала, Татьяна Вячеславовна, в начале, да, вот в доступе будет презентация, и вот эти все шажочки, первый, второй, третий, да, вот как это все работает, вы сможете просмотреть. Можно отправить реальную открытку. Как? Вы регистрируетесь на сайте postcrossing.com, да, postcrossing.com, регистрируетесь, заполняете профиль о себе, и вам бесплатно можно вытянуть на первых порах, скажем так. Это никогда не будет платно. То есть, ну, я имею в виду, что всегда это бесплатный сайт, да. То есть просто вначале дается 5 адресов, вы можете сразу их вытянуть, 5 адресов, 5 открыток подписать. Вы можете... Так... Нет, нет, не согласна. Почему не принимают корреспонденцию за рубеж? Вот только сегодня отправляла из Москвы. Вы знаете, я сейчас скажу, не принимают не всю корреспонденцию, скажем так. Может быть, вы, я не знаю, заказным письмом хотели отправить или что-то. Вот из Америки сейчас нам не могут писать, а мы им можем писать. И опять же, на сайте есть такой мониторинг, куда... в какие страны можно отправлять, в какие нельзя. И сами создатели сайта PostCrossing, они мониторят эту ситуацию. И адрес той страны, в которую открытку вашу послать нельзя, вам не выпадет. Вот. Из Австрии. Вы знаете, коллеги, вот сегодня получила открытка из Индии на английском языке, открытка из Германии на английском языке. Вчера несколько открыток получила. Я не знаю, почему не приходит. Может быть, что-то именно с почтовым отделением. Бывает и такое, кстати. Может быть, из другого почтового отделения. Все прекрасно работает. Работает. Понятное дело, иногда бывает такое, что теряются открытки. Но, не знаю, вот каждый день отправляем с ребятами. И я отправляю, переписываемся. Все хорошо. Может быть, это к вашей почте уже, к почтовому отделению. Не знаю, почему. Маша Макеева москвичка, ну, я не знаю, либо в самой Москве, либо вот автор книги о посткроссинге тоже пишет, и тоже у него вот розыгрыш на сайте буквально сегодня подводили итоги, был, она проводила. Нет, все хорошо, все работает. Не знаю, в чем, Татьяна Вячеславовна, тут проблема. Очень все возможно, вот, не знаю. И буквально вот недавно зарегистрировали наши открытки, то есть вот пришли, которые где-то, знаете, вот 30, дней 30, наверное, шла. Да? Ну, попробуйте, да, может быть, не единственное же почтовое отделение, в каком-то другом, может, с другого отправить, я не знаю, тут это уже все, у нас все работает. Я говорю о том, что некоторые страны, да, в некоторые страны, вы знаете как, в Канаду, например, мы можем послать открытки отправить, а они нам послать не могут. Тут недавно тоже пришло сообщение от одного посткроссера из Канады, он говорит, мне очень понравился ваш профиль, интересуюсь историей, культурой России, хотел бы получить от вас открытку, с удовольствием вам в электронном виде, там, вашим детям напишу или что-то, то есть, вот, ну, как, если вы, там, ответ им напишу в электронном виде, а как только появится возможность, и обычную открытку или открытки отправлю. Вот мы отправляли, писали в Канаду, дошли открытки, и спасибо тем, кто вот посткроссер, которые о прямых обменах договариваются, да, обязательно напишут, несмотря на то, что нет регистрационного номера, что дошла, наша открытка благополучно, вернее, ваша открытка благополучно дошла, все, спасибо, мы получили, да, и спасибки вот эти называются, хуррей, как бы, да, хуррей, ура, да, вот это спасибо, пришла, вернее, не спасибо, прошу прощения, а вот именно хуррей, то есть когда приходит нам сообщение на электронный адрес, который вы указывали, на электронную почту, которую вы указывали при регистрации на сайте, вот туда вам будут приходить вот эти сообщения с тем, что ваша открытка дошла. И так, где можно сказать, так, Надежда Ивановна, скачать презентацию, ну я или сама могу поделиться, или вот Любовь Викторовна, наверное, да, Любовь Викторовна, сможет вам оказать помощь, потому что я отправляла в издательство презентацию. Либо в конце вебинара. Как, Любовь Викторовна, подскажите? Да, в конце вебинара, коллеги, я напишу адрес электронной почты, куда вы можете написать, и мы ответом вышлем вам презентацию.
Можно Все сделать. хорошо. Угу, хорошо, спасибо большое, Любовь Викторовна. Итак, продолжим. То есть в презентации можно посмотреть, но там и на сайте, вы знаете, он хоть и англоязычный, можно и перевод, если, ну, для учителей английского языка грех переводить это. То есть там все понятно. Есть еще русскоязычный postcross.io. На нем мне было гораздо сложнее разобраться, если честно, как что работает, чем вот на официальном сайте. Да, так. Продолжим. Вот здесь у нас список вопросов был. Дальше, списки и перечисления. Есть люди, которые обожают составлять списки, у них списки дел на каждый день, да, список желаний, просмотренных фильмов, прочитанных книг и так далее. Мы с вами учим ребят часто составлять список покупок, да, и шоппинг-лист. Иногда топ чего-нибудь понравившегося, любимого, там, favorite books, favorite films, recipes, games, cartoons и так далее. И вот встречается и такое, что можно составить список блюд, например, которые готовим для семейных застолий, теплых вещей, которые зимой холодной, морозной, русской на себя натягиваем, чтобы согреться. Любимых романов, любимых там рассказов, что угодно. Мы вот, например, участвовали с Сашей, с дочкой в группе «Конверт-сюрприз плюс 5 фактов о себе». Потом группа была такая интересная «Книжные итоги 2021 года». Нужно было написать на открытке список прочитанных книг в последовательности от наиболее понравившихся к наименее заинтересовавшей книге. Это тоже интересно. Потом смотришь чужие списки, читаешь рецензии или просто берешь эту книгу, где-то находишь, читаешь что-то новенькое, если хочется почитать. Вот здесь вы видите, я привожу пример списка у Теры из Германии, нам выпадал этот профиль. Она предлагала просмотреть список, либо выбрать, если я не ошибаюсь, да, выбрать, это музыкальные композиции, то есть ссылки на музыкальные композиции, она либо выбрать номер, либо все прослушать, либо какой-то номер выбрать и под нее, под эту музыку написать открытку или рассказать о своих впечатлениях, о музыке прозвучавшей. Ну, тоже интересно, чтобы скучно не будет. Это не только рассказы о себе на открытках, конечно. Есть еще вот такая подсказка. В постройсерском сообществе бросают вызовы, нередко челленджи, да? Паула Магальянши и Анна Кампас ведут рубрику «Подсказка, что писать», да? Каждый месяц выбирают тему для сообщений на открытках. Вот в апреле у нас подсказка «Сленг», да? То есть в этом году. Но это не значит, что обязательно только про сленг нужно писать. Хотя, кстати, вот очень много интересного можно узнать, если здесь почитать и комментарии пользователей. Ну и, на мой взгляд, коллеги, отличным источником идей и прекрасным пособием не только для мониторинга достижений метапредметных результатов, но и для развития письменной речи, в том случае, если после анализа каждого имеющегося в портфеле, метапредметном портфеле ученика 4 класса, проанализировали каждое письмо, которое там есть, если после этого мы еще и свои письма пишем с детьми. Вот это тогда отличное прям пособие для развития письменной речи еще. Вот этот метапредметный портфель, написанный Аленой Евгеньевной Козейчевой, это моя любовь, скажу вам честно. Посмотрите, какие темы здесь рассматриваются в портфеле. Они все соответствуют примерной программе по иностранному языку для начальной школы. Let's speak about the weather. Кстати, вот посткроссеры многие просят, а напишите, какая погода. Года. Обязательно дату поставьте, да, там, и вот можно встретить открытки, где там солнышко или тучки, там плюс столько-то градусов по Цельсию или по Фаренгейту, вот с ребятами тоже это можно обсудить. Вот приходят какие-то мне открытки, получаю я в этот день, пожалуйста, на урок, ребята, вот посмотрите, what can you see, предлагаем отгадать, where is this postcard from, to your point of view, да, и вот идут угадывания, либо ребята просят, а предложите варианты, откуда мы выберем, или там сами гадают, или какие-то подсказочку какую-нибудь, значит, вот по поводу содержания, про погоду, да, we speak about our houses, we have fun in the country and in the city, an unusual story, тоже очень люблю и сочинять необычные истории и так далее, school in the magic mirror, очень много творческих посткроссеров и очень много чего можно сделать, да, переписываясь. С первых страниц портфеля учащиеся знакомятся с мальчиком из Великобритании по имени Джим. Письмо в ответ написать довольно просто, да, первое письмо. Дети выполняют постановочное упражнение, вписывают информацию о себе. Вот у них уже образец, пожалуйста, готовый есть. Как адрес пишется, тоже есть, да, образец написания. Далее воображаемая переписка продолжается.
Школьники закрепляют умение читать на английском языке тексты разных стилей, не только письма, с знатной полнотой понимания, справляться с основными логическими операциями, анализ, синтез, сравнение, классификация. Это очень полезно в дальнейшем и при исследовательской работе. Отмечу любимое детьми полезное задание с маркером, с выделителем текста, когда дети выделяют ответы на вопросы в тексте. Ищут это задел на успешное выполнение заданий раздела чтения ОГЭ, да, вот 12-е, которое с 13 по 19-е там. То есть смотрите, ребята, здесь read Jim's questions to the story. Ребята читают вопросы, которые Джим задает им для того, чтобы понять, хорошо его письмо поняли ребята или нет, понятно им их, его письмо или нет. Вот прочитайте вопросы Джима. Смотрите, маркером мы нумерацию, да, разными маркерами, разными цветами, а дети любят с цветом работать. Выделяем либо весь вопрос можно, либо вот как здесь предложено, только циферку. А потом в тексте ищем. Вот на первый вопрос, где у нас ответ? What country am I from? Угу. Посмотрите, в образце у нас есть, да, и розовеньким у нас I'm from Great Britain. Вот этот ответ. Where do I live? Где я живу? Спрашивает Джим. I live in London. Это уже второе выделение. То есть выделили голубеньким цветом, да, то есть вот у детей всегда в пенале маркеры, выделители, карандашики цветные, пожалуйста, чем угодно, чем ребенку удобно, и они это любят, это очень нравится им задание, и оно действительно очень полезно, они работают с текстом и как раз нужную, да, поиск необходимой информации производят. А вот и творческое задание. What do you see from the window? Is it a sunny or a foggy day? Вы видите, здесь есть письмо от Джима, снова письмо от Джима ребята получают, да, и потом Джим их спрашивает, а что вы видите из своего окна, да, каков вид из окна у вас, нарисуй, что ты видишь. Я своим ученикам, коллеги, усложняю задачу, они пишут ответ Джиму и рисуют вид из окна, то есть мы рисунками не ограничиваемся, мы еще и ответ пишем. Конечно, я очень строго там не очень строго, скажем так, наоборот, отношусь к этому, но тем не менее уже какие-то азы у ребят рисовать они любят, но и писать тоже с удовольствием уже у них получается, да. Посмотрите еще, где можно найти информацию полезную, не то что информацию, а даже подсказочки нам, как работать с письмами и где мы тренируемся с ребятами. Все зависит от вашей группы. Да? Вы видите английский язык, итоговая аттестация за курс начальной школы. Многие говорили, что в четвертом классе, вот коллеги писали, да, в четвертом классе начинают работу с письмом. Пожалуйста, базовый уровень брать. Можно взять, да? Вы знаете, коллеги, я брала порой вот из обоих пособий базовый уровень вначале предлагала, а потом вот из повышенного уровня именно на письме сосредотачиваясь, когда нас этот вопрос интересовал. Посмотрите, два очень похожих задания. То есть, ну, это одно и то же задание, я имею в виду шестое, да, в пособии базового уровня. Что делать? Помоги Лизе дописать ее письмо другу Алексу. Как делать? Все описано. Прочитай письмо, прочитай слова и фразы в рамке. Вот внизу вы видите в рамочке эти слова, которые нужно подставить. Посмотри на пример. Ставь пропуски, подходящие по смыслу слова и фразы из рамки. Знаки препинания, да, обращаем на это внимание. Вот ребята подставили всю необходимую информацию. Подстановочное упражнение. Далее, повышенный уровень. Можно не сразу на этом же уроке, конечно, а через урок. Они уже знают примерно, как может выглядеть такое письмо. Да? А через несколько уроков, может быть, там немножечко вы потренировались с ними, несколько таких писем видели, да, заполняли пропуски. А потом усложняем. Белла ищет друга по переписке. Прочитай ее письмо. Напиши ответ на ее письмо. Что нужно в письме? Пожалуйста, поприветствовать, сказать спасибо. Вот это благодарность за полученное письмо наше в ОГЭ, ЕГЭ. Ответить на вопрос ее, попрощаться, подписать письмо. Конечно же, это еще не ОГЭ и ЕГЭ. И здесь ребята видят полностью письмо. Да? То есть у нас письмо-стимул там без приветствия, без прощания. Вот этого всего дети не видят, конечно, на ОГЭ, на ЕГЭ. Это им ничего не вспомнится. Здесь все есть. Здесь у нас образец, по сути, есть, да? Идеальный. Они пишут, отвечают на вопросы. Вот, пожалуйста, мы тренируемся замечательно. Здесь достаточно вариантов, чтобы потренироваться и научиться писать. Маша Макеева предлагает также использовать литературные жанры в качестве типов сообщений, да, о чем еще писать. Вот давайте разберем предлагаемые ей
жанры поподробнее. Портрет. Портрет. Описать можно прохожего, нового знакомого, лучшую подругу, брата, сестру, маму, папу. Да? Начать лучше, конечно, с короткой, но детальной характеристики. Что во внешности больше всего запоминается, например. Да? Может быть, человек этот все время ходит в шляпе, как Михаил Боярский, или, например, прихрамывает на одну ногу, или там альбинос, он может быть, что-то особенное, если есть. Да? Пытаемся создать у нашего читателя зрительный образ. Этот жанр, конечно, вы понимаете, очень полезен для изучающих английский язык. Совсем недавно еще ВПР сдавали ребята, и там у нас было описание картинки, да. Я думаю, от этого уходить не нужно, этому нужно в любом случае учиться. И в международных экзаменах есть задание описать, да, картинку, описать фотографию. А вот, пожалуйста, сколько вариантов открытки, все разнообразны, очень много всего интересного можно найти. Далее, новелла, рассказ с неожиданным концом. Часто в основе сюжета лежит случай или парадокс какой-то. Ну, последние слова истории должны заставить читателя засмеяться, удивиться или испуганно округлить глаза. Ну, вот у Джан Карсон, который вы видите в правом углу, да, вот на слайде Джан Карсон из Северной Ирландии, у нее в 2017 году вышла книга «Истории на почтовых открытках», в которую вошли сообщения с открыток. Их писательница посылала своим друзьям на протяжении 2015 года. А потом появилась и книга номер 2 с аналогичным названием. Джан Карсон вдохновила нас с дочкой на создание истории на почтовых открытках. Вот так вот мы уже сочинили мини-рассказ на русском и английском языках к открытке Александры Морозовой из серии «Девочка и кот». И работа над рассказами к другим открыткам этой серии ведется. Пожалуйста, вы можете предложить своим детям что-то такое. Вы, наверняка есть в каждом классе творческий, да даже если... Вы знаете, коллеги, мне кажется, нет нетворческих людей. Все дети творческие, надо их просто разбудить, это творчество в них. Вот у нас такое получилось небольшое сочинение «The Recipe of Happiness». Сама открытка уже была подписана, рецепт счастья. Какой же рецепт счастья? Вот мы подумали, глядя на этого котика, стоящего с зонтиком, да, такая типичная английская погода, чемоданчик, такой интеллигентный у нас получился котик в описании. «One rainy dull evening, somebody knocked at the door». Autumn has just begun, demonstrating its nasty, changeable character. Ну и так далее. Да? Девочка знакомится с котиком, и у нас вывод такой: don't be afraid to open the door to unknown. Мы включаем сюда и такие фразочки, как curiosity, пословица, да? Curiosity killed the cat, пословицу вспомнили, и то, что все-таки незнакомцам открывать не надо, а вот незнакомому чему-то новому, может быть, и стоит открыть дверь, да, чему-то новому увлечению, чему-то новому, новому какому-то предмету, новому языку, когда дети начинают изучать английский, это же для них новый язык, это очень интересно для них. Вот еще один прием, «My day so far». Это рассказ не от лица человека. Можно рассказать про свой день или просто порассуждать о том, о сём, от лица какого-нибудь котика, рыжика, например, да, или от своего измученного пианино, которое мучаем-мучаем, никак не можем какую-то гамму выучить, или от лица книжного шкафа. Вот давайте попробуем, коллеги, прочтем и догадаемся, кто это пишет. А, как будто бы дочки моей Саши. «Dear Sasha, I am neither new nor old. I was bought by your sister Anne and your ex-husband Dima. They gave me as a birthday present to your dad. At first I was dark blue, but the sun always shines brightly in the mornings. So I've faded. Now I'm light blue. Yesterday I got up when the sun rose and the strong wind blew. I was bored most of the day because nobody wanted to swim. Just a silly red ant and the stupid caterpillar were crawling on me all day long. And I can carry about 200 kilos, so don't waste your time watching dull cartoons. Come out and swim, then I'll be the happiest». Кто же это, коллеги, как вы считаете, пишет? Пожалуйста, ваши ответы в чате. Так, предположения появились. Круг? No, it's not a circle. Нет, не круг. Татьяна Вячеславовна.
Any other ideas? Bike? No. Что же еще это может быть? 200 килограмм может. Так. Ну, здесь подсказочка есть в самом тексте. Посмотрите. Nobody wanted to swim. Just a silly red ant. And a stupid caterpillar. Конечно, Наталья, качели. Yes, that's right. Да, качели пишут вот такое письмо необычное, да, такое сообщение. Вообще, это упражнение, это интересное творческое задание. Я нашла в книге Creativity in the English Language Classroom. Проходила какой-то курс, не помню, ну, какой именно. Это с британского совета. Бесплатно скачивалась она. Вот здесь на сайте, вернее, не на сайте, на слайде вы видите работу какую, что приносим детям какие-то предметы, либо предлагаем самим выбрать, да, то есть от лица какого нечеловеческого, да, от лица какого предмета написать историю, да, просим их поработать, можно в парах поработать, можно индивидуально, да. Вы знаете, что здесь еще интересно? Здесь ребятам очень нравится играть в угадайку. Ну, кстати, по поводу того, что вы отгадали качели, вот они, да, вот эти синие качели. Здесь еще можно, наш рассказчик, да, появился. Детям нравится играть в угадайку, и здесь можно после того, как они придумают свои истории, вот аналогичные той, как была про качели, рассказывают свою историю, да, не от лица человека, можно предложить им вслух их прочитать эти истории. Ну, вы можете, конечно, заранее проверить, просмотреть, подправить, да. Здесь мы аудирование прокачиваем. Ребята читают свои истории, получившиеся, да, здесь можно им раздать открытки с какими-то предметами. Есть же там, натюрморты какие-то, да, там яблочко нарисовано или что-то. Яблочко жалуется, что вот червяк какой-то точит его или что-то еще, да. То есть включить фантазию ребят и потом попробовать. Они не показывают свои открытки, допустим, друг другу, читают свое сообщение. А потом уже, кто догадался, вот открыточка, да, показали, что у нас получилось. С помощью сюжетных картинок можно учиться описывать людей, зверей, используя в основном настоящее простое, present simple, и настоящее длительное, да, present continuous время. В соавторстве со своей дочкой, Бежной Александрой, мы написали 26 небольших стихотворений, каждый из которых описывает эпизод из жизни мальчиков и девочек и забавных зверушек. И начинающий художник, вы видите его в центре из Тольятти, Никита Калинкин, нарисовал 26 картинок, иллюстрирующих каждое стихотворение. Имена ребят в стихотворениях подобраны так, чтобы охватить весь алфавит. Поэтому получился у нас алфавит в стихах. Вот. Например, в стихотворении к букве «Эй» мы пишем об Алисе, Анне, Энди и Элфи. Alice is eating an apple, Anna is flying a plane. Andy is biting an apricot, Alfie is drawing an ant. Какие формы работы возможны с открытками? Перед тем, как читать стихотворение, которое размещено на обороте, выполняем before reading task, или несколько даже заданий before reading tasks, да, предтекстовых, перед тем, как читать. Внимательно разглядываем картинку на открытке. Look at the picture. How many girls are there? What do the girls look like? What are the girls wearing? Describe Alice. Как ребята поймут, что это Элис? Где Элис? Да? У нее на платьице написано, или у Анны на кофточке. What color is her dress? What color is Anna's shirt? Ну и так далее. Затем читаем стихотворение, сравниваем. Ищем сходство и отличия в стихотворении и на картинке. How many children are there in the poem? Who is missing in the picture on the postcard? Кто, да, на картинке из стихотворения отсутствует. Снова дети читают стихотворение, отвечают на вопросы. Можно вопрос к подлежащему, да, несколько вопросов к подлежащему потренировать. Who is eating an apple? Who is biting an apricot? Who is drawing an ant? Можно их в разброс, да, не по порядку, как в стихотворении. После прочтения продолжаем развивать устную речь. Учим детей отвечать на вопросы.
Можно об их мнении узнать, об этих яблоках, самолетах, абрикосах там, и так далее, о чем там еще мы будем говорить, да, о муравьях и так далее. Да? Do you like apples? Have you ever tasted them? Ну, конечно же, пусть говорят yes, I have, да, или yes, of course. В четвертом классе, кстати, вы знаете, в некоторых школах изучают present perfect, поэтому, возможно, present perfect прозвучит вопрос. Да? Can you draw? Кстати, вот этим пособием можно пользоваться, я имею в виду, вот открытками, да? Сейчас покажу, как они выглядят. Да, где? Вот они у меня вживую, не на экране. Да, вот, пожалуйста, вот буковка B. Вот она у нас здесь со стихотворением. Буковка C. Вот у нас, пожалуйста, здесь тоже мы сравниваем. В стихотворении говорится «Carlos, happy birthday, it's your birthday cake. There are 8 candles on it». How old is Carlos? 8. И мы видим на открыточке всего лишь how many candles? Only one. И вот тут, ребят, можно спросить, да, почему? Why? А, может быть, это не его торт. Может быть, кроме него кто-то еще в этот день отмечает день рождения. Или это не тот день, когда у него день рождения был. А вот. Вот у нас вот и зверушки, о чем я говорила, да, у нас тут профессии присутствуют. Вот и хэмстер. Ну и так далее. То есть здесь различные открыточки, и везде оборот у нас со стихотворениями небольшими. Как раз вот в третьем классе, кстати, тоже в конце второго многие ребята начинают знакомиться с Present Continuous. Пожалуйста, описание того, что происходит на картинке. Кроме того, я предлагаю деткам заполнить пропуски, да, fill in. Пропуски, так они эти маленькие стихотворения, эти рифмовочки могут выучить наизусть, потренировать память. Далее такое задание вот традиционно к каждой открыточке можно. What words beginning with the letter A, B, C и так далее. Can you write? Далее вот аналогичное. А, это сегодня, коллеги, готовилась к вебинару. Еще одно задание придумала. Вот здесь очень интересно, хорошо проглядывается у нас работа с артиклем неопределенным. AN. Choose A or N, fill in. Усложненное задание такое. Мало того, что они в пропуске вставляют, да, слова пропущенные, но еще и выбирают там кружочек, например, A или N артикль, A apple or N apple, airplane or N plane, да, думают, что... Ну, кстати, если ребенок забыл, что там у нас был просто plane, а напишут, например, airplane, тогда уже другой артикль нужно выбрать, да, вот подобного плана работа. Аналогично строится работа и с другими буковками. Look at the picture. What is the girl's name? Здесь они уже знают после работы с буквой A. Хотя можно не в алфавитном порядке, конечно, начинать работу. What color is her blouse? Can you see Billy? Вот Билли у нас тут интересно. Is Billy in bed? Is there anybody under the blanket? Вот у нас, вы видите, в стихотворении много ребят. А на открытке мы видим только Betty. Betty is wearing a blouse. Billy is going to bed. Bob and Ben are collecting berries. What color are them? Blue and black. Это у нас blackberries and blueberries, да, ягодки. Так вот, нам интересно, а могут быть здесь Bob и Ben? If Bob and Ben are collecting berries in the room, where Bill is going to sleep? Ну и так далее. То есть различные вопросы, playtime, такой игровой момент. Можно дать ограничение во времени, там 2-3 минуты. Кто больше вспомнит, так, минуту славы я называю иногда это задание, кто больше вспомнит слов, начинающихся на определенную букву, там, на букву B, на букву C, на букву D, да, и аналогичным образом с каждой буковкой работаем. Коллеги, что хочу сказать, на официальном сайте есть даже план урока на английском и на русском языке. Он конкретно посвящен Всемирному дню открытки, который проводится 1 октября, с полезными ссылками на видео о работе почты и не только. К сожалению, вот некоторые ссылки сейчас не рабочие, некоторые ссылки открыть нельзя, но не все, далеко не все. И можно и на английском языке прослушать видео и выполнить определенные задания. Можно сделать, здесь предлагается ребятам помладше, свою собственную открытку изготовить. А мы возвращаемся к проектным продуктам, которые вот у нас с дочкой получились в процессе работы над проектом нашим, над исследовательской работой. В результате вот этой работы появились. Я об открытках уже сказала, идем дальше. У нас
пособие получилось Postcrosses Stories for English Learners. Мы решили в него включить тексты с полученных открыток и некоторые письма, которые были получены от посткроссеров по обычной почте, а также по электронной почте в период с июня 2019 года по 2023 год. Информацию с профилей добавили некоторых пользователей с форума, с блога Паулы и Анны на официальном сайте. Коллеги, вы видите, что здесь, вот оно у нас получилось, сейчас, такое вот пособие красочное, да, здесь с заданиями, с фотографиями тех открыток, которые мы получали, о которых я вот, да, с профилями, с некоторыми. Почему я сейчас о нем говорю? Потому что вы тоже можете изготовить аналогичное что-то, чтобы заинтересовать детей. Просто открытки показывать, конечно, а можно и что-то еще дополнительно, какие-то задания придумать. Ну, почему мы называем то, что получилось пособием, а не сборником историй с открыток? Потому что по мере набора текстов в голове возникали какие-то вопросы, которые можно было задать будущим читателям перед прочтением, во время прочтения, после прочтения, для облегчения понимания текста, для лучшего усвоения, для дальнейшего обсуждения. И кроме того, был составлен еще список слов к словам и выражениям, перевод которых мог вызвать затруднения у читателей. Вот вы видите, тексты самые разные, и открытки они такие же, то есть это и маленькие текстики, и это большие длинные тексты, да, могут сопровождать, и, соответственно, можно подобрать интересную информацию для ребят помладше и для ребят постарше. А вот, допустим, мы читаем открытку, содержание открытки, видим ее оборот. And what hobbies do you have? What do you usually do in your free time? Могут это ребята начальной школы на такой вопрос ответить? Конечно, могут. Почему нет? Почему не попробовать? И уже образец, да, написания открытки. И вот здесь рядышком совершенно другая уже открытка. Так, вижу вопрос. Как можно... Ну, вы знаете, коллеги, пока никак, потому что мы его в рамках проекта просто разрабатывали. У нас в двух экземплярах распечатали просто в копицентре. Если... Я не знаю, если вот... Если вы считаете, что нужно думать о его издании, я буду думать. Если вот я еще над ним работаю дополнительно, еще вот все больше и больше открыток получаю, какие-то интересные моменты. Если оно интересно, если есть необходимость, может быть... А, спасибо большое, Татьяна Вячеславовна. Буду думать тогда об издании, буду думать. Хорошо, спасибо. Мне приятно, что это будет интересно вам, коллеги. Здесь, конечно, вот много интересных историй реальных людей. Да? То есть это не вот придуманные. Посмотрите, пожалуйста, получили мы открытку Happy Groundhog Day. Вот день сурка. Интересно? Очень. А здесь и печати на обратной стороне открытки. Там и большое, и очень интересное содержание было. И по содержанию вот читаем. Это я просто кусочек. Да, здесь продолжения письма нет, продолжения открытки точнее. Вот вопросы перед тем, как прочитать. А о чем было предыдущее письмо, если это не первое письмо? Да, догадайтесь, как вы думаете, там по вопросам, по ответам можно. Какая погода, что там предсказывает это животное, да, что он там, для чего его достают, почему так люди радуются, чему? Ну и я его постепенно пополняю по мере получения новых открыток. И, коллеги, я уверена, любой учитель, который имеет некоторый посткроссерский опыт, может составить аналогичное пособие. Если вы вот начнете, многие писали, что не знакомы с этим сайтом, я вас уверяю, очень много интересного и положительных эмоций получите. Хотя, конечно, сейчас, вот в данный период, встречаются страницы, профили, вернее, на которых, к сожалению, вот ситуация с СВО, да, не очень приятно для нас как-то описывается. И, кстати, вот из Германии в основном замечала, вот что, ну, понимаете, тоже пропаганда там своеобразная идет. Поэтому, ну, а наша задача говорить о том, как есть на самом деле, да, говорить правду и говорить, что, зачем и почему. Вот достаточно привести пример, вот недавно даже вот такое Лилиан Килинч, или Килинж, по-моему, и так правильно, это немецкий волонтер, который сейчас в Москве не может попасть в Германию, а если я не ошибаюсь, у нее 6 детей,
А на нее завели уголовное дело за помощь, за оказание помощи Донецкой, Луганской Народной Республике. То есть, вот, понимаете, многие не знают ведь, как на самом деле происходит. Поэтому, но опять же, нужно относиться к этому. Просто мне трудно было в первое время читать, потом, ну, сейчас, кстати, может быть, и меньше даже стало вот таких негативных профилей, потому что люди, может быть, начали уже понимать, осознавать что-то, что не все так, как им показывают и говорят. Теперь хочу показать вам, ага, вот, я говорила о том, что в сборник наш, в пособие вошли не только письма обычные, но и письма электронные. Вот они, пожалуйста, вот они как приходят. Hooray, your postcard и номер от почтовой открытки. Куда он пришел? Arrived. Да? Вот таким образом всегда так начинается, так называется электронное письмо, которое вы получаете, когда ваша открытка зарегистрирована, и она вам приходит. И вот дальше вот эти hooray, о которых я вам говорила, бывают разные. Бывают коротенькие, бывают очень длинные, большие, интересные, подробные. И далее могут вам прислать либо свой электронный адрес уже для дальнейшего общения, не вот через сайт, да, а вот, и вы видите, что, конечно же, это тоже интересно, это тоже общение, это быстрее, не так долго ждать нужно. А еще в процессе работы над проектом и вот в процессе вообще знакомства с сайтом Postcrossing мы с дочкой решили создать такую игру, которая называется «Доставь открытку по адресу» или по-английски «Deliver a postcard». Она интерес у всех обучающихся вызывает, у друзей дочки. Вы видите сейчас, как детки играют. И я сейчас покажу, что это за игра. Вы тоже можете аналогично, ну, может быть, что-то свое придумаете. Может быть, тоже стоит подумать о том, чтобы ее издавать. Вы здесь на слайде видите большие карточки. Карточки большие такие, да? Ну, вот они у меня в двух вариантах. Есть такие маленькие, вот это рубашка, да, с обратной стороны у нас, я сейчас покажу на следующем слайде более подробно, а на обратной стороне у нас какой-либо город. Вот распечатываем две одинаковых картинки города, да, то есть один и тот же город два раза у нас встречается. То есть вы поняли, наверное, что принцип игры – это memory game. Многие в нее играли. Это вот самый простой, упрощенный вариант. Так, сейчас. А, вот уже просят презентацию, Надежда Ивановна. Memory game, да, то есть вот когда ребята просто вытягивают и, ну, когда совсем уже маленькие, да, просто хотя бы они знакомятся с названиями стран, с названиями городов. Потом мы усложняем игру. В процессе игры ребята тренируют память, запоминают, в каких странах находятся упоминаемые в игре города, учатся вести небольшой диалог на английском языке. Ну, здесь мы уже даже иногда passive voice можем использовать. Present perfect, конструкцию to be, going to do something, модальный глагол can, эквивалент этого модального глагола must have to. Да? Например, ребенок открывает две карточки, да, одновременно, и говорит, вот, или, например, если не сразу обе открыл, первую открывает, там, например, какой-то город изображен, да, то есть, ну, допустим, Лондон, да, он говорит, мне нужно отправить открытку в Лондон, I have to, доставить, он почтальон, да, I have to deliver the postcard to London, например. А сосед спрашивает, and where is London situated? Человек отвечает, тот, кто вытянул первую карточку, говорит, it is situated in Great Britain или там in the United Kingdom. Открывает вторую карточку, да, переворачивает. Если там тоже Лондон, то говорит, I have delivered the postcard to London, да, отправил и забирает эти карточки себе. То есть по количеству, вы знаете, Memory Game, наверное, знаете, как играть, да, самая такая распространенная игра. Вот, и забирает эти карточки себе. Если же, например, не получилось, да, то есть если вторая карточка не совпадает, он говорит, I'm going to deliver a postcard to, например, Paris, да, вот первая карточка, допустим, была Париж. Where is Paris situated? It is situated in France. Открываю вторую карточку. Ну, образец, коллеги, обязательно, конечно, детям нужен образец диалога. Это все, вот я еще раз хочу обратить внимание, и rules of the board game, да, в двух вариантах, усложненный, упрощенный. Вот у нас подсказочки эти, страна, город, да, в какой в стране город
в той или иной стране находится, чтобы тут и географию мы заодно подучим, поможем учителям географии. Вот. И когда вторая карточка не совпадает, ребенок говорит, but the postcard can be delivered, допустим, он вытащил место Париж, допустим, Рим, да? But the postcard can be delivered to Italy. Да, в Италию может попасть наша открытка. Unfortunately, the postcard hasn't been delivered so far, допустим, да, еще не доставили открытку и так далее. Ну и, наконец, дошли мы с вами до путешествующих тетрадей. Путешествующие тетради посвящаются какой-то теме, любимые фильмы, рецепты, дневник, например, Рождество. Каждый участник заполняет в ней несколько страниц, пишет письмо на заданную тему, украшает его рисунками, коллажами, открытками. Путешествующие тетради возвращаются к хозяину, то есть к тому, кто придумал тему, собрал группу и запустил. Но это на официальном сайте. А как же я стала использовать в педагогической практике путешествующие тетради? У меня, конечно, условно путешествующие тетради получаются. Заводим тетрадь. Вот сейчас. Лучше, конечно, на кольцах, коллеги. Но вот я не сразу об этом подумала. А почему на кольцах лучше? Потому что можно... Вот, допустим, путешествующая тетрадочка у меня по теме животные. Да, вот она различные тоже. Ну, не буду сейчас подробно это все показывать, на слайдах вы увидите. Так вот, почему условно путешествующие? Потому что они у нас по странам не путешествуют, они у нас по ученикам путешествуют. И если у нас тетрадочка на кольцах, достал листочки, сразу раздал детям, и они могут все одновременно заполнять одну и ту же тетрадь, которая потом в классе останется, да. Можно устроить из этих тетрадочек путешествующих выставку, чтобы ребята, скажем, на перемене могли посмотреть работы других классов. По прошествии времени, по прошествии нескольких лет, подросшим ученикам будет интересно посмотреть, что они писали, какие увлечения у них были, какой почерк меняется, да, даже как они рисовали, изменилось ли их отношение к тому или иному предмету. Они смогут проанализировать, как выросли в английском языке. Вот сейчас несколько тетрадочек вам покажу, которые мы с детками ведем. Наши путешествующие тетради тематические. Вот, например, путешествующая тетрадь, тема которой коллекции. Ее мы заполняли с учащимися 4 класса, за 2 урока справились. Вот на вводной страничке, которая слева, вы видите, hello, I'm, да, нас встречает мудрая совушка. Помню, вспоминаем мультик «Призравляю», да, нашу совушку, которая была очень мудрая, задает наша совушка несколько вопросов. Hello, I'm a wise owl. Я намеренно, коллеги, исправляю ошибку совы, показываю детям, что в этом нет ничего страшного. Да? Не ошибается тот, кто ничего не делает. А в этой группе, в которой мы завели данную путешествующую тетрадку, дети все перфекционисты, они очень боятся делать ошибки и боятся исправлять, вот начинают замазывать или там что-то приклеивать. Поэтому я им даю понять, что ничего страшного, лучше красиво, аккуратно зачеркнуть, чем там замазывать, там что-то еще делать. Так, минутку, вопросы. Ага, это все по поводу презентации. Угу. Все, поняла, я думала, какие-то вопросы непосредственно по тому, что я рассказываю сейчас. А, вот, значит, смотрите, и далее совушка наша задает вопросы по поводу коллекции, да? Who in your family has got a collection? What collection has he or she got? Do you like to collect anything? Теперь к ребенку непосредственно обращаемся. What do you collect? What is the theme of your collection? И далее такая пометочка, что можно рисовать, раскрашивать картинки, приклеивать фотографии, наклейки, да, украшать как угодно. You can decorate 2 pages of this travel book. Welcome. И далее, как вы помните, заполняет первый тот, кто является хозяином тетради. Я, соответственно, привожу пример ребятам, как можно заполнить. Да? My collection by Ирина Бежна. Вот, ну, я и пишу, я не буду сейчас читать все это, да, то есть вот я приклеиваю марки прописными буквами. Знаете, я... Пропись как-то нет. Просят некоторые, иногда спрашивают, но да, даже, кстати, вот сейчас минуточку. Да, кто-то у меня из ребят, или я ли даже им, вот, бывает у нас, случается такое. Я не против, но и не настаиваю особенно, потому что, ну, вы знаете, ну, это уже же по желанию ребенка, это же не обязательно. Я сама в школе не училась этому, сама, когда захотела, нашла, обучилась для себя, вот, поэтому я считаю, что
Только по желанию. Если захотели, всех прям вместе учить отдельно этому не нужно, тем более, что, вы знаете, вот открыток, который я получаю в основном, они все печатными, да, вот, печатными, если сейчас вот, если даже, и многие, вот, я не знаю, видно сейчас здесь, нет, все достаточно, вот такой вот у нас шрифт, ну, смысла я не вижу особенного, это если есть у вас желание, и у ребенка есть желание, в принципе, вы знаете, таким шрифтом пишут очень, если мы встретим такое пожилые посткроссеры, мы можем разобраться, я помогу объяснить ребенку, да, а во многих штатах во многих штатах Америки, допустим, вообще не обучают даже то есть строчную, все полностью строчными, вернее, заглавными, да, строчные не пишут. И встречаются такие открытки, где только большими буковками все, и адрес, и само сообщение, вот, поэтому... Перейдем далее к тому, как вот, пример, как ребята заполняют вот, красивые рисунки, рисуют или наклейки приклеивают, да? Разворот, заполненный ребятками, я вам показала. Вот одна из страничек, да. Вот следующая тетрадь, тема которой животные. Кстати, для ее заполнения мы с ребятами пользовались материалами книги для чтения Read Up для 6 класса. Первый раздел нам понадобился People's Best Friends. Учитель заполняет тетрадь первым, да, пишет правила заполнения, опять же, путешествующей тетради и вопросы или задания. Вот, например, Hello everyone, I am Ирина Геннадьевна Бежна. When I was a little girl, I had toy horses. You can see them in the photo. Ребята любят, когда учителя делятся своими фотографиями, когда они маленькие. О, это вы? Вначале можно там и не говорить, что это я начинаю считать, или они сами начинают. О, это вы? А вы такая были маленькой? Я приветствую, значит, заполняющих тетрадь, ребята, и объясняю, что она из себя представляет. You are holding a travel book. Its theme is animals. И далее содержание. My personal coat of arms, my pet, book review, film review, a poem about animal, any animal, да, здесь можно готовое стихотворение где-то найти, может быть, даже ребенку захочется его выучить, или просто он будет его переписывать и уже что-то, незнакомые слова попросить, если выписать и так далее. Топ 10 книг и фильмов о животных, любимых, конечно, ребенком. А потом они вот друг у друга читают, и, может быть, почитают эти книжечки, захотят или фильмы посмотреть. А может быть, они на английском языке, в оригинале. И глядя на план, приведенный выше, вот 7 здесь пунктиков, а я еще и 8 потом добавила сюрпризную страничку, вы понимаете, что на одном уроке, конечно, коллеги, эту данную вот тетрадь не запомнишь. Можно дать задание на каникулы или там на праздничные дни, если, конечно, это зима, наверное, зимой легче будет с этим справиться, чем сейчас в хорошую погоду. Или заполнять тетрадь на протяжении всей четверти, постепенно. Вот эту тетрадь мы заполняли с шестиклассниками. Особый интерес вызвало задание по созданию личного герба и отзыв на фильм. Вот здесь посмотрите несколько примеров, какие ребята вот создали свои гербы. Очень здорово, мне очень понравилось тоже работать с этой книгой Read Up для 6 класса. Здесь посмотрите, образец, здесь есть информация, какое животное что символизирует, да, цвета что символизируют. Далее могут описать подробно или кратко, или рассказать, но лучше, конечно, чтобы они записали. Здесь знакомиться с такой лексикой хорошей, да, advanced vocabulary, как там, intelligent courage, innocence, loyalty, strength, да, вот, в общем-то, ну, хорошая лексика достаточно, интересное задание. И, кроме того, отзыв на фильм и на книгу. Вот, опять же, в пособии, в книге для чтения для 6 класса есть образец написания фильм-ревью, отзыва на фильм, в данном случае это Бетховен. Ребята тоже пробуют написать. Вот здесь я вам привела пример и фильм-ревью, и бук-ревью, поскольку они, в общем-то, не очень-то сильно отличаются, да, ну что мы там изменим данные, там, a book written by, a film directed by, да, собственно говоря, starring, кто снимается там, например, favorite characters, там, и там, в общем-то, можно и про любимых героев написать, и свое мнение рассказать, да, по аналогии, в общем-то, практически строится. Вот эта работа. Коллеги, ну, на этом, пожалуй, я буду завершать свою лекцию или свой наш вебинар, да, вот
Хочу сказать, что в посткроссинге принимают участие люди из более 200 стран. То есть и все они подписывают открытки на английском языке. То есть посткроссинг – это отличная мотивирующая сила, вернусь к этому. Посткроссинг вдохновляет учить и использовать на практике английский язык. Научившись писать связанный текст, простой связанный текст, просто без особого труда можно переходить к более сложному, к необычному какому-то, да, как мы посмотрели с вами рассказ, например, «Не от лица человека». Никто не запрещает нам пользоваться словарем. Очень помогает обрести уверенность в себе общение на форуме детям, да, чтение блога на сайте посткроссинга. Раз в неделю там появляются интересные новости. Помимо этого, многие посткроссеры довольно подробно пишут о себе в своих увлечениях в профилях. Чтение профилей тоже обогащает очень словарный запас. Очень многие любят читать и часто пишут «I'm an avid reader». И подходя к написанию открытки творчески, можно научиться писать тексты разных литературных жанров на английском языке. Коллеги, жду ваши вопросы, если у вас таковые имеются, и по вашей активности определим победителя. Победителя, который получит подготовленный набор для начинающего посткроссера. Вы понимаете, что открытки, которые... Так, ссылку на сайт... А, так, сейчас